Хей, йога, с вами Шумки, и мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands 2 DLC Приключения Крошки Тины, либо просто настолка. И нет, все-таки я не прекращаю серию, ну, пачку серий, потому что я снимаю залпом еще следующую. Внимание, опасность. Так, наряжение. Музыка такая, шахты алчности. Вы входите в шахты, вы слышите жуткие вопли страдающих политических заключенных и гномов. Я гном! Я порабощен! В этих шахтах живет Рагнан, король гномов и лидер отволобных скал. А вы могли бы поговорить с гномом? Возможно, вы могли объяснить, с кем ним превратиться? Не волнуйся, мальчик, обязательно не пойдем запретить это йога. Да, мне не у кого попадает самое ближайшее зло, тут и будет разбираться с главным. 20. Извини, Лил, ну, похоже, разговаривать будет Брик. Добром это не кончится. Орк воин. Бафики. Ну, видите, вот эти вот бафы, да, вот такие вот. Они с этого DLC у нас перенеслись в пресиквел. Как вы помните, у Мокси продавались напитки вот такие вот. Такого характера тоже. Ну, поэтому когда так. Так, патроны. Пу-пу-пу-пу-пум. Все хорошо. Патрон у нас все отлично. Найди короля гномов. Ну что мы сейчас будем делать? Искать короля гномов. Вы на меня решили напасть. Так, стоп. А что у нас сверху было? Замечу, они меня потеряли, когда я перешел границу. Там, где они будут. Дайте, а как мне туда попасть? Ага, все, вопрос исчерпан. Или все-таки нет? Нет, вопрос не исчерпан. Ну, я думаю, потом я разберусь. Тут. Так. Походная пыточная. Так, у пятерков садистов. Пока у меня активно этот, турель, у меня же плюс там урон. Поэтому все ништяк. Чем хорош автомат? От этого бафа. Благодаря этому бафу очень хорошо все идет. Так, сзади там бочка. Ого, музон какой пошел. Дум! Дум! Такой. Ууу. Найдите короля. Так, я вижу гномов. Гном, шахтер. Черток освобождения. А, влево, вправо, там вниз. Эй, сюда, наши пацаны мечтают сражаться на твоей стороне. Я бью его по морде. Брик, не надо. Если ты просто поговоришь с ним, мы сможем... Я бью его по морде. Блядь, Брик. За что? Двадцать. О, кажется, это было больно. Они убили рандового освободителя. Он же должен быть подарен на свободу. Черт побери, Брик, ты моим... Так, ладно, беру. Ни хрена себе! Гном подзрывник. Ни хрена себе, гномяра. Так, а хотя,
Нормально. Блин, я просто смотрю, что у меня становится мало патронов, если типа меньше ты косаря. Ладно, мы хотя бы быстро их выносим. Так, закрыто, хорошо. Допрыгну. Фу, пронесло. Так, заперто, вы так ли будете? Хорошо. В отдалении на дороге стоит одинокий маг. Возможно, он нам поможет. Давай с ним поговорим. Словами. А вы на меня чё так смотрите? Внимание, опасное снаряжение. О, нет! Еще один отряд героев, жаждущий одоления волшебного. Слушай, у вас ничего не выйдет. Вы либо умрете, либо попадете в рабство. А я не хочу брать на себя такой грех на душу. Вы не пройдете! Если что-то, типа, отсылочка была к Властелину кольцу, когда, типа, маг тут белый, я не помню, как его, Гэндальф. Тоже такой бам палкой. Hey, привет, мой лучший друг. Hey, ого, ты разговариваешь со мной? А у меня даже нет восклицательного знака над головой. Это лучший день в моей жизни. Вот, блин. Ладно, если ты действительно хочешь попасть в замок волшебника, я отмечу вход на вашей карте. Но если умрете, то не говорите, что я вас не предупреждал. Над головой знак восклицательный, что она говорит. Это ломает третью стену, да? Ну, вы поняли, это значок задания. Так, найдите выход из пещеры. А дверь заперта с помощью гномик двери. Ёшкин корень, и так нам сюда попасть? Знаете, может, вон тот волшебник разбирается в гномии магии? Походу, нам нужно какие-то печати ломать. А, он решил уехать, да, от нас? Найс. Ой, там, слушайте, там что сияет? Вон, видите, наверху? Лично я вижу на бочке. И он от меня уезжает. Не уезжай. Так, сколько времени? 11 часов только. Еще праздники, сегодня пасочка была. Вчера я бухал. Я открою вам дверь. Старая добрая, откройся! Что это такое? Это печать. Простите, мага, про двери, защищающие магию. Не может быть! Это же третий из моих любимых видео магии. Чтобы открыть дверь, вам понадобится тайный гномик пароль. Тут на стенах я видел странные руины, клянусь, эти буквы, из которых он состоит. Найдите их, и тогда вы сможете выбросить отсюда. А более того, один из наших я нашел буквально на днях. Но ее я вам не дам. Ищите сами. Обожаю эту штуку. Это руна, мой лучший друг. Что за волшебник без бороды? Я люблю... Так... Факт. У всех великих волшебников длинная борода. Факт. У роботов борода не растет. Турбофакт. Если принесешь мне гноми борды, я буду выглядеть шикарно. Ну да, может просто застрелить гномов и обрезать борды. Но так ты им волосы подхочешь с собой стреляй в них из бухлопушки, чтобы они опьянели, а затем заведи какой-нибудь... горшок и выйду ароматически круто. Эй! Круто, это похоже на букву И. Одна буква есть. Осталось три. Эй, вы! Повелитель мне просто рассказывал, вы ищете королеву. Ну так облом, потому что волшебник называет меня главным в этих шахтах, так что остальные руины вы получите никогда! Ну так, стопаем.
Блять. Стоять. Собрать оладушки. Мне оладушки нужны. А как их достать? Вопрос. Настиг меня сразу. Так, мне как-то наверх туда попасть нужно. Ладно, давайте тогда дальше я просто пойду по прямой. И может быть я куда-то да и приду. Кто знает, кто знает, кто знает. Га. Так, а у меня есть бухлопушка хотя бы? А принадлежит мисс Мокси. Так, дайте сюда ключ. Так, солнышко. Такой себе. Маленький вообще урон. Изи. Сосает, сосает, сосут, сосут, сосанки. Делай сосеньку. Так, сокрушить пьяных гномов. А как их опьянить? Борода найдена. Будет, если ты останешься одной. Так, вынеси в замке несколько гномов и порно перебор. Это механизм. Посмотрим, что получится. Эй, давай, давай, давай сюда. Давай, 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 давай. Дети, вот почему нельзя. Так, подожди, а как мне их напоить гномов? А как мне их напоить? А где мне алкашку найти? Они просто говорят, типа, мне нужна алкашка. А где мне ее взять? Вопроси. Вопроси. Так, оладушки. Восемнадцать. Крутизна. Крутизна. Не, мне приходит, придется, да, походу, вернуться. А, ну, в принципе, у меня сюда проход, поэтому мы хоть так мы вернемся обратно. То, что... Поэтому можно не волноваться. За ладушки. Ладушки. Мы все равно потом все миссии дополнительно проходим. Если их там будет мало, я потом с последней серии соединю. Чтобы было все окей. Чтобы все было окей, сделаю я так. Зачем ты меня замедляешь, скажи, пожалуйста? За что? Так, а где мне бухло найти? Пропоить гномов. Подождите, может я могу... запах. Не оставляющий на нем будет больше пород. Такая мягкая, такая теплая. Давай продолжай. Давай, 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 побежали. Нужно агрить. Нужно в них каждый раз стрелять, чтобы загреть. Не, я выпивку типа заезжал, но у меня нету выпивки. Оки-доки. Отлично, теперь тебе нужно взять эти куски бороды и склеить с них новую борду. Наверное, великая так идея. Нас ждет кузнец гномьих бород 9000. Так, а где супер сундук видел? Ага. It's the one who killed both!
Подожди, я пушки заберу и побегу. А куда мне бежать? Такой вопросик. Вот такой у меня вопрос. Куда мне бежать? Надо войти в ту сторону. Так, что-то либо жарко становится, либо у меня жопа начинает просто гореть. Не знаю почему. Когда у меня жопа горит, значит я злюсь. Пиздец, как я злюсь. Даже погорит. Так. Хорошо. Ну туда мы вернемся. А гномы союзники. Хорошо, давай. Воу! Ридика. Ридика, это очень хорошо. Угу. Тоже мимик? Нет. Ай-яй-яй. Тут. Какая музыка. Я просто не вижу смысла с ними драться, если... Тихо. Чёрт! Хорошо, бежим дальше. Так, отлично. Ох, вот это же руна, воин там, закрой кузнец. Так, еще один пазл, найдите буквы. Бля. Че со злобой? Ну ладно. Ошибилась. О, спасибо. Радуйся, пока можешь. Так, гадина, не все равно тебе нужны еще две буквы, а последняя у меня. Вывод то, что они как-то боком стреляют. Снайперка не ваншотит тело. Хотя бы в голову ваншотит. А защиты? Воу, до свидания. Все, гномы пошли на расстрел. А подождите, это он и есть, да, вот этот безбашенный? А нет. Я думал, это и есть этот босс. Подумал, снова мимик. Так, мне же кажется, что у меня там это места нету. Фигня, фигня. Не для меня. Кстати, у меня хотя бы то, где то, что мне нужно. Да, то, что нужно. Еще 7 мест.
Так, зашкварно. А, ну это зашкваривает врагов. Плюс Иридий. Ах, Тина. Эти гномы как две капли воды, похожи на Свальдора. Это как... да, я знаю, так. Свадебная Лили, думаете, это риск, что ли? Я сейчас попросил Свальдора, если Сальвадор... Игре похоже на тебя. Это круто! Ну что, съела. Мне бы этот найти. Магазин. Да. Чувствую, не скоро я найду магазин. Либо найду, но он далеко. С пушком. Пауки. Так, ну это не здесь, хорошо. Побежали дальше. Блин, ну сундуков здесь много всяких вот этих хороших. Блин, мне уже места скоро не будет хватать. Это плохо. GG. Круто, тень. Меня только что выкинули просто за карту. Круто, 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 круто. А кто подох? Я подох. А кто потратил столько? Я потратил столько. Классно. Просто классно. Хотя бы Риди здесь валяется, это радует. Найти буквы. Блин, нам еще две буквы надо, мне уже места не хватает. Нужно короче его быстро заразить. Тихо. Так, сундук, тихо. Только чтоб не мимик. Базука. АЕшки, бежим. А с кем они дерутся? Хорошо, отлично, бегу дальше. Я понимаю, что тут до хера сундуков, но я вижу только смысл таких сундуков. Так, почти места скоро не будет. Вау. О, блин, мне нужен этот. Куда он делся? Блин, мне нужен магазин срочно. Мне нужно продать вещи. У меня уже вещи, места нету. Обработка слитков. Перед вами гномы и головоломка. Чтобы ее решить, нужно придумать очень... Так, напряжно. Погнали. Похоже, что эта штука делает что-то с другой штукой. И... Ничего не понимаю. Ну, походу, нужно просто нажать кристальчики. А, еще последовательность нужна.
Добро. Ага, ну я запомнил. А, вы имеете в виду в обратном порядке, да, теперь мне нужно? Хорошо. Так вот, как мы должны были решить эту головоломку? Ого. Пожалуй, отведаем. Мне нравится. А, вот оно, отлично, каждые куски... Так, борда, и мне волшебная экономия внутрь. Долго ты думал это, когда нужно будет сказать волшебное? Скажи часов. Так, ну я положил. А, бам. А теперь куй бороду, пока не будет готова. Ничего себе. Отлично, бери ее. Теперь вернись ко мне и переставь волшебную бороду к моему лицу. Это буква П. Осталась одна. Тупица, последняя буква у меня, а в моих жилах течет магия волшебника, так что буква никогда не получишь. Это мы еще посмотрим. Так, 3 минуты, надеюсь, за 3 минуты мы успеем к нему добежать, забрать то, что нам нужно, а именно камень. Ну, смотря... А, хотя... Вот это место еще неизвестно, это место неизвестно. Ой-ой-ой. Обработка слитков. Толкай, толкай, толкай. Да ладно, магазин. Вообще шикос. Шикос. Может, это тоже продать? Типа от огненного я не вижу смысла. В принципе. А, пускай будет. А зачем мне пушка Мокси? Походу, это нужно было для отразвителя, да? Ну, теперь она будет мне засирать место, охуеть. Выбросить. Круто. Мне нужно туда, да, это битва. Битва с боссом. Ладно, поехали. Вы вошли в логово Грома, жаждущего зуба. Волшебника зарода его голову. Возможно, именно из-за него жаждут зуб такой силы. Как туда попасть? Просто подбежать. Добро пожаловать в мое логово. А теперь сдохни! Он в лаву прыгнул? Так, это пиздец, начинать тихо-тихо, подальше. А, бой с боссом? Вперед! Не смотри на меня так. Да иди в сраку. Старый волшебный шар. А, как мне это по себе вырваться, черты волшебника? Я даже не знаю. От пароля. Дай нашей спасителю. Спасибо за... Эй, минуточку. Ты же тот самый скотина, которая убила Рогнара-освободителя. Сдохни!
мне больше гном проблем устроит, чем кто-либо здесь. О, я понял. Тихо. Тихо. Бегаем. Хорошо, дробовик. Отлично. Отлично. Отличненько. Так. Па-па-па-пам. Пистолет. Выбираем все, что тут валяется. Отлично, теперь у тебя все буквы. А у нас возвращайся. Я все же, дорогой, пешком. Черт. Ладно. Специально для тебя создал светящийся телепорт. Это круто, лентяйка. Лентяй. Лентяйте. Тут хорошие сундуки, поэтому мне не жаловаться. А если я в другой пойду? Возложите руны. Так, не-не, мы бежим обратно, нам нужен с вами этот. Так, стоять. Блинчики. Я хочу отнести блинчики. И заполучить их. Да. Именно так. Оладушки. Блинчик. Оладушки в скобочках блинчики. Все. Ничего не знаю, отстаньте. Да. Ну, пускай там турелик разбирается. Нет. Тихо. А мне нужны оладушки. Не могу поверить. Плохо, да? Нет, это неплохо. Даже это... Отлично. Тихо, подожди. А что по инвентарю? А, нормально еще. О. Я сейчас сдохну. Досудос. Блядь, иди нам, больно, страшно. Ага. Куда бежать? Ну нафиг там орда за мной гонится. Хорошо, что они меня сейчас потеряют. Куизи. Так, тут было заперто, теперь оно тут открыто. Обработка слитков. Ожидаемо. А, мимик, да, все-таки. Нормально назвали. Привет, добыча. Так, тихо. Карта.
Давайте пробежим. И обратно бегу, точно. Я бегу обратно. Так, мне нужно сюда, потом наверх. Там волшебные эти. Я все равно... А, блин, а мне же нужно возвращаться еще к этому. Че нахуй делаю? Фу, я тупой, фу, я тупой, фу. Фу, блядь. Я, короче, начал бежать обратно для магазина, если я все равно потом буду в другую локацию переходить. Мне легче тогда это сделать. Логово вечных страданий еще у нас. Ну, это башня, походу. А, давайте пистолет по-быстрому. И по-быстрому побежим. Так, волшебнику бороду прицепить. Блин, ну понимаете, типа опьянить врага и забрать у него бороду. Как бы для меня это сложнее. Почему? А, потому что... У нас, оказывается, она была, блядь, эта пушка, но я ж не знал. Я читаю, там коррозия, типа, написано потом. Ну ладно, значит, с коррозией. Это ж не то, что мне нужно. Так ведь? Так. А, оказывается, нет. Все-таки не так. Оказалось, что не так. Так, ладно, мы уже прибежали. Сейчас 36-37, хорошо. И прицепить бороду. Я чувствую силу! Так. А можно без тебя? А, это освобожденный. Боже, что это значит, освобожденный? У тебя вообще слабое место в глазах оказывается. Не, освобожденный сильнее, чем обычный. Поэтому в следующий раз буду в глаза херячить. А так, если вы закончились с бордой и хотите вы волшебник, халаты хозяина борды, колдун, халаты и усы, вас близко не подпускают к детям. Я понял. Теперь я Бип, какой мудрый. Так, волшебник без палочки, ничто. Принесите электрическое оружие или взрывное оружие. Так, у меня, кажется, есть, нет? Да, у меня есть. У меня есть волшебная борода, а вот в магазин энергия палочки, возьми. Тебе нужно, так, втыкать в эту палочку в волшебное творение и убивать их, чтобы она напилась их соками и зарядилась. Прежде всего, для стабильности ей нужна магия голема. Найди волшебного голема. Так, ограничение взять оружие с типом взрыв. Типом взрыв, хорошо. Воткни в голема палочку, и она нанесет взрыв. Так, заряжается, видимо. Какого голема? Вот этого? Так, а теперь на месте, теперь взорви его. Так, отлично. Возьми заряженную палочку. Теперь палочка нужно получить магию для гибкости. Найди паука и воткни в него палочку. Блять, беготня. Ни хрена, не. Давай я потом с тобой это сделаю, слушай. Или. Сука, я не хочу туда бежать, пиздец. Туда бежать я манал. Самое начало, считай. Ой, ебаный в рот, серьезно. Ладно, побежали.
Побежали. О, вот, вот. Можно? Почему нельзя в этого паука засунуть? Чем тебе это не паук? Сука, вот нельзя просто взять и всунуть в того паука, которого ты хочешь. Ну нет, надо же бежать. Надо бежать искать. Побежали громилы вместе со мной. Да, со мной побежали просто рядышком. Тебе нужно вот тут на меня нападать, все такое. Конечно, нет. Так, ускоряемся. О, спасибо. Сейчас бы я сдох и был бы хер знает где. Так, вставьте палочку в паука, убить паука электрическим оружием. Окей. Так, черт, щит, электрический. А, пистолет только. Он создал на щит, тебе нужно убить электрической палочкой заряд. Что, какой-то слабый пистолет? А, нормально. А теперь осталось зарядить палочку магии оргов для мощи. Ты знаешь, что нужно делать? Так, куда это бежать? Ладно, тут поблизости. Это хотя бы здесь поблизости. Хотя бы здесь недалеко. Ладно, с этим уже справимся, чтобы я потом не бегал. Они делал бы эти серии, где у нас побегушки, или как они там назывались. Побегушки в основном. Так, турель зарядилась почти. Так, вызреть орка в лицо. Ну, орка в лицо это убью. Вот черт. Манать, да он жесткий. Ну что, прыгнуть не можешь, да, здесь? Вот поэтому я умный, а ты тупой. Вот поэтому и вот так все и произошло. Пиздец. Фу, жестко. Вот черт, а по энергии палочки. Теперь ему нужно убить критическим ударом по... Так, отлично.
Так, палочка полностью заряжена, ты принеси ее мне. Так, и не волнуйся. Так, палочка полностью заряжена, теперь неси ее. Ну, короче, все. Мы ее относим и заканчиваем, потому что места там было мало. А я сейчас не знаю, сколько там у меня уже гилов. А то сейчас будет нехватка места, и все, пизда. Минус целая локация. Ну, я попытаюсь там что-то восстановить. Второй раз записав. Но это мне придется целый час просто смотреть свою же запись на максимум звук и записывать. Окей. Побежали. Блин, а мне... Сколько у меня патронов? 350, короче. Окей. Посмотрим. Может, хватит. Я чувствую, как я... Так, по жилам рассекается магия, и она сводит меня с ума. Я безумного говорю тебе. Безумно. Так, свет, камера, магия. Это урок магии, крутая штука, и это я должен заканчиваться. Ученик железяки, пришло время железяки показать свое дело, вы сейчас будет очень горело. Ну вот, самое время выспособиться и, возможно, нарушить законы об авторских правах. Кстати, спасибо за классную борду и посох. Я ведь волшебник, и обычно с просьбами обращаются ко мне, например, сделать так, чтобы Мокси у меня влюбилась, или... Дай мне неограниченную силу, или перестань рыдать и валять отсюда, дурацкий робот. Так что, давайте, почему так это приятно. Так, ученик, пришло время показать мою истинную силу. Я и прошу так, говорить такую и круто, ну, не очень. Готов? Приди, гром, приди, молния, подари свою мощь, алтарь. Нихера себе. Слушай, она, кажется, на нас надвигается, нет? Боги волшебные барды, я развил свои навыки, так позвольте мне бросить их против злого демона. Метелка. Что это? Метла? Тьфу. Ты, я забрал заклинание. Ничего, я от нее избавлюсь. Боги силы дали за страх, отправили в эту метлу куда-нибудь. А, что? Я сказал... Подальше. Ну понятно, он говорит типа авторски. Я не заметил одну проблему. Разберешься с этими штуками, пока я готовлю контроль. Знаете, к чему эта ссылка? А я думаю, знаете. Он сказал, авторские права будем нарушать. Я их сейчас убиваю, у них становится больше. Видите, типа их уничтожение заново появляется. Ага, теперь. Так, сейчас я их сожгу. Борода волшебника, повинуйся мне, сожги этих маги огнем. А, черт! Сбрасываю. Ученик, и тебе отлично получается. А, так, у меня есть идея получше. Умеешь, ух ты, фрукты плют, борьба. Безбашенный железный голем. Ой, блядь. Отлично, а так, борода... Секундочку. А, я понял. Так, хорошо, как... Тихо, инвентарь. У меня кислотного ничего, да? Нету, наверное. Блядь. А, так, получилось, он говорит. Где мой...
Так, все хорошо. А что это за штуки? Я хотел, чтобы заклинание не сработало. А ну... Так сколько их будет уже? Манай. Ух ты ж, ё-моё, у меня скоро патроны не закончатся. Не волнуйся, если не удастся их звать сюда, я сделаю сильнее тебя. Боги борода взрыватель, так в щедрости сделайте. Исходя приключения, ярость. Извини, я постараюсь обратить заклинание. Давай, давай, быстрей. Я не успеваю. Давай, быстрее, быстрее, железяк. Ого, сработал приключение, мой ученик. Так, у меня лучше патроны бы, железяк. Ох, мы спасены, отлично. С магией я завязал. Возвращайся, ученик. Магия даже ни разу. Так, я лучший призыватель металл в истории. Ну, вы поняли, отсылочка, да, к чему это было? Это у нас отсылка к этому. А, во-первых, он сказал, нужно... Ну, походу мы нарушим с тобой авторские права. Это был намек на... То, что сейчас будет заимствовано откуда-то. А второе, да, что произошло, это то, что и произошло, в принципе. Это была отсылочка. Так, стоять. Дерьмо нужно выбросить. Так, сколько здесь? Косарь 600. Короче, косарь 600 мне что-то нужно. Так, 800 выбросить. Ну, короче, отсылочка. Эта отсылочка была к мультфильму, если не ошибаюсь, 98 года, к Микки Маусу, да? Когда Микки Маус хотел тоже стать магом, или он был в доме мага, я так не понял, он надел волшебную шляпу и, типа, он хотел убраться. Он заколдовал метлу, после чего она начала убираться, потом он, кажется, хотел прекратить это. Он взял топор, разрубил. Ну, их стало двое, да? Потом начал их рубить, их было очень дохерища. Я не помню, на самом деле, как там закончилось все. Как-то так. Да, хорошо, если вот ты смотрел мультфильмы хотя бы в детстве и помнишь... Q-I-P. Это нужно расшифровать. Это слово купи. Я уверен, что это купи. Купи. Разве это не пароль? Боже, я только что понял. Ну говори. Ладно. Пуки. Дина, сука. Хватит. Блять. Хотя искатель хранилища случайно приобрел почти всех потенциальных союзников, похоже, по шахте Арлистам оказался полезным. После нескольких активов, так, насилия и грубых шуточек, они подобрались еще ближе к башне красавчика-волшебника, в которой заточен на королева. Парни, парни! Кто-то сказал пуки? Что за вонючее слово? Вечно ты влазишь. Игра игр. Выберите шахт. Тень ненависти. Все, у нас остается с вами последняя локация, и это будет у нас последняя серия, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.